Во Львове на землю спустились ангелы и возвестили о рождении Иисуса Христа. Гостей и жителей города порадовали необычным рождественским представлением. Под открытым небом во дворике ратуши актеры Академического театра «Воскресенье» воспроизвели описанные в Библии события ночи, когда родился Иисус Христос. Вышло красочно, с украинским колоритом и зрелищно. Представление сопровождалось огненным шоу. Звичайно, попали, вообще дуже подобається. Різдво, воно дуже гарне свято, і ми хотіли, щоб воно було дуже світле, поетичне і завжди вертало в нас ті часи, коли все це відбулося.